Эх, еще два номера по математике. Какой кошмар. Надеюсь, это будет на пятерку. Так, сколько времени? Ноль-ноль-двадцать-два. Ладно, начнем опять. Так, что там? Красиво. Какая-то неудачная посадка. И вообще, кто это? Там? Патрик. Патрик? Что-то я не знал о таком. А я знал. Я знал о тебе. Какой ты дурак. Ну все, понятно? Ты идиот. Что? Ты неправильнее решаешь уравнение. Ну и что? А то никчемная ты башка. Ну вот. С чего это я неправильно решаю уравнение? А ты сам посуди. Погоди минутку. Ну вот. Твоя тетрадь. Вот, сам посуди. Что? 54 разделить на 6 будет 45? Да даже 45 плюс 6 не будет. 5 плюс 6 не будет 54. Да, идем дальше. 91. То есть 162 минус 91. И по-твоему это будет 99? Тупой ты, тупой. Но ничего. Сейчас ты пожалеешь об этом. О, почему стало темно? Месть приехала. Уравнение надо решать правильно. Ай. Ай. Эй. Что за блин? А!
ты тогда какая нечисть снится? Чтоб это не случилось на самом деле, надо кое-что сделать. Ну все, вроде закончил. Так, сколько времени? Я же еще должна 2 номера по математике сделать. 13, 22. Что? Мне! Какой кошмар! У меня через 10, через 8 минут урок! О май гад!